Всем привет, друзья! С вами Болторез, и мы продолжаем заниматься добычей золота. Ребята, я разобрался. Я понял, как покупать предметы, как продавать, куда что нужно складывать. И сейчас я все это вам покажу. Значит, смотрите, что у меня есть. Я купил деревянные блоки, выставил их вот так вот в ряд, чтобы не надо было бегать далеко за водичкой. Поставил тазики в количестве 3 штук и, соответственно, 3 ведра под землицу сырую. Как это все выглядит, смотрите. Ровно 4 лопаты помещаются в одно ведро. Значит, мы делаем все вот так, хорошо. Как видите, есть зона, где мы не можем копать. Иначе мы бы выкопали, наверное, вообще всю карту и провалились бы куда-нибудь. Поэтому все предусмотрено. Но иногда персонаж здесь застревает, конечно, не очень удобно. Есть некоторые моменты, которые раздражают. И если они нам сегодня встретятся, я вам покажу, ребят. Так, спокойно, что я сделал. Ой, долбоеб. Подождите, ребят, я что-то хуйню какую-то сделал, да? Угу. Например, вот, у нас было в ведре, была земля в ведре. Я набрал воду, и земля каким-то чудесным образом просто испарилась. Возможно, когда я бросил ведро в воду, она ушла на дно. Но это не прикольно. Хорошо, еще раз. Значит, что мы делаем? Мы сперва высыпаем сюда землю. Ведра обязательно нужно относить на место. Всегда должен быть порядок, ребят, запомните это. Это песочница, и здесь, конечно, приходится заниматься вот такими вещами. То есть брать по одному предмету, относить туда, потом его возвращать и так постоянно бегать. Ну, а что вы хотели? Это песочница, правильно, ребят? Все, замечательно. 3 тазика мы заполнили землей. Теперь у меня специальная ведерко есть под водичку. Так. Хорошо. Да, вот этот зеленый кружочек, как вы заметили внизу, он показывает, куда будет выброшено содержимое. А теперь мы берем щеточку. Так. И промываем песок, землю, называйте как угодно. Теперь смотрим, что у нас лежит. Это неочищенный изумруд. Может быть очищен, либо продан на бирже или ювелиру. Итак, ребят, вы спросите: Болторез, а что это у тебя за ведра? Почему они стоят в тени и для чего они? Показываю, ребят. Здесь у меня хранятся камни. Это рубин. Здесь у меня, по-моему, сапфир лежал. Здесь железная руда, а здесь, соответственно, золотая. Как видите, изумруда я еще не находил. Поэтому что мы делаем? Бежим в магазинчик. Да, значит, монетки, которые мы получаем, мы должны складывать вот сюда в таз, у меня их 176 уже. А на эту площадку мы должны ставить предмет, который хотим купить. В данном случае мне нужно еще одно ведро. Отдельное ведро для сапфиров. Все, мы его оплачиваем, берем спокойненько, да, и можем с ним выйти за пределы магазина. Блять, неудачно я как-то начал серию, потому что сейчас будет ночь, и все будет херово видно. Ну да ладно. Так, берем сапфир и складываем его сюда. Дальше смотрим, что у нас. У нас есть железная руда. Складываем ее сюда. Ну, я думаю, вы уже догадались, что золотой руды здесь больше всего добывается. Поэтому мы берем ведерко. Ставим его, да, вот так вот поближе. И складываем всю найденную руду. О, блядь, какой здоровый кусочек. Так. Вот, цикл завершен. Отмывки золота. И теперь мы должны делать то же самое. Мы опять наполняем ведра землей, пересыпаем их в тазы, заливаем водой, щеткой вымываем и так далее. Но сейчас мы займемся немножко другими вещами. Полученную золотую руду мы пойдем и продадим ювелиру. Для чего, спросите вы? А я вам отвечу. Чтобы получить еще больше денег и попробовать самому плавить в слитке эту самую руду. Возможно, она будет продаваться дороже, либо мы что-нибудь скрафтим. Высыпать, оказывается,
Подождите, а можно было не выставить? Ну, нужно ставить на стол. Ну, подождите. Вот я поставил. 167 монет я получу за это золото. Ага, и нажимаю окей. Все, я понял. Знаете, блядь, ребята, что я делал раньше? Я раньше брал из ведра, нахуй, все высыпал, всю эту руду. И она раскидывалась просто, блядь, по всей этой площади. И меня это очень сильно напрягало. Оказывается, можно было просто ведро с рудой поставить вот сюда на стол, и это засчитывалось. Окей. Первый раз вижу, чтобы вот так вот монеты в ведре лежали. Ну да ладно. Что мы делаем теперь? А теперь мы относим монетки в магазин, складываем в таз. Давайте посмотрим, сколько у нас здесь вообще их накопилось. Да, получается больше 300. Так, сейчас как-нибудь это бы вот так вот мне высыпать в общую сумму. И получается... Блять. Аккуратно. Вот, сверху, да, опускаем. 343 монетки. Окей. Давайте ведерко мы сейчас вот сюда вот положим. В наш транспорт. Закупим все необходимое и отвезем на нашу площадку. Значит, что нам понадобится? Печь поставьте, чтобы использовать. Может нагревать тигели и слитки для крафтинга. Окей, я беру печь. Я пока не знаю, как это все работает, в какой последовательности нужно это соединять, сколько чего. Будем сейчас разбираться. Это была печь. Уличный фонарь идеален для освещения базы. Вот это, кстати, мне бы тоже пригодилось. Потому что нихера не видно. Тигель раскаляет железную и золотую руду внутри себя для выплавки слитков. Перелей форму, когда содержимое расплавлено. Так, тигель нам нужен обязательно. Перелить нужно будет затем форму. Литейная форма. Перелей расплавленный металл из тигеля в форму для создания слитков. Окей. Вот, у нас должен здесь получиться слиток. И что еще здесь есть? Молот кузнеца используется с наковальни для создания вооружения и ювелирных украшений. Кликни на наковальню с необходимыми ресурсами сверху. Но наша задача сейчас просто сделать слитки и посмотреть, вообще можно ли их потом продать. Поэтому я думаю, молот кузнеца, наверное, нам не нужен. То есть, чтобы получить слиток, достаточно печь, тигель и литейную форму. Правильно я понимаю? Допустим, сколько это будет стоить? У меня достается еще до хера. Поэтому давайте возьмем уличный фонарь. Так, ну тихо, ты что, блядь, падаешь-то? Аккуратно. Да что, блядь, с тобой не так? Ты пьяный, что ли? Но я надеюсь, он не пропадет никуда. Так, и, ребята, нам понадобится еще деревянный фундамент. А есть какой-нибудь прям нормальный фундамент? Нет? Так, здесь трубы, шахтерский шлем, головной фонарик. Нажмите Q, чтобы надеть. Нихуя себе ценники, вы что, серьезно? 361 монету. Не-не-не. И, да, возьмем у деревянный фундамент. Не знаю сколько. Давайте парочку возьмем, чтобы поставить печь и фонарь. Все прекрасно. Это все нам обойдется в 188. Оплачиваем. Замечательно. Теперь, ребята, смотрите. Мы поступим очень грамотно. И мы все это... Не понял. Сейчас мы это все погрузим в свой автомобиль. Пиздец, а почему он такой гигантский, а багажник у него, так скажем, вот этот грузовой отсек такой маленький? Ну что это за хуйня? Ну серьезно. Два фундамента забагались, слились воедино, но я надеюсь, что мы сможем все-таки их потом друг от друга отлепить. Так, теперь нам нужно как-то здесь фонарь поставили. Блять, хотелось бы, конечно, увести это все за один раз. Мне кажется, что я больше здесь сейчас мозги проебу. Можно было это, конечно, вручную намного быстрее перенести. Ну да ладно. У нас есть транспорт, поэтому будем его использовать. Правильно, ребят? Правильно. А может, это так и задумано, что предметы в грузовике вот так вот
друг на друга накладываются. Допустим. Все, ребят, садимся. И погнали. Да. Проехать там нужно буквально 10 метров. Все, мы приехали. Ну, я тренируюсь, потому что, возможно, мы в дальнейшем будем занимать новые площадки, уезжать куда-то подальше, и выглядеть переезд будет именно так. Окей, берем фундамент. Я думаю, стоит поставить его где-то рядом с отмывкой. Но в то же время нужно ставить на той зоне, где я не могу копать. То есть, ну примерно давайте это будет вот здесь. Вот. Даже, наверное, поближе к мостику. Хорошо. Поставили один фундамент и второй. Начнем с фонаря. Потому что, как вы видите, уже темнеет. Ну, к примеру, здесь. Фундамент, он дешевый, поэтому, если что, докуплю. Сейчас мы, нам самое главное разобраться, как это вообще все работает. Ага, фонарь можно ставить-то вообще и не на фундамент. Но можно и на фундамент. Давайте все-таки, наверное, фундамент мы прибережем. Да, и фонарь поставим вот здесь. Окей. Как его включить? Подходим и нажимаем на левую кнопку мыши. Окей, все удобно. А теперь начинаем с печи. Да, поставьте, чтобы использовать. Угу. Вот, допустим, здесь. Вот я сюда хочу, да, установить печь. Все, она сразу заработала. То есть нам не нужно дополнительно чем-то ее питать, подкидывать уголь и так далее. Хорошо. Раскаляет железо... Ага, перелей форму, чтобы... То есть мне надо сверху ставить? Ладно, давайте пока мы его здесь вот бросим. И литейную форму. Проблема, ну, не совсем проблема, так скажем, доставляет неудобство игра тем, что здесь нет абсолютно никакого обучения и не написаны хотя бы какие-то минимальные пропорции. То есть, допустим, сколько мне нужно руды сюда положить, чтобы, допустим, хватило на один слиток. То есть, ну, я, например, могу пиздец сколько сюда руды накидать, просто полный этот тигель. И на сколько формочек хватит. Но явно не на одну, а больше. То есть все это получается путем собственного опыта. Нужно разбирать. Ну хорошо, сейчас попробуем. Так, возвращаем сюда ведерко. Угу. Допустим, у меня есть железная руда. Вот ее мало. Там, я не знаю, кусочка, наверное, 4-5, наверное, есть. Что мы делаем? Мы пересыпаем. Да, охуенно, блядь. Ну. Все, конечно, блядь, рассыпалось. Да, ну, вот я сделаю по одному, смотрите. Сейчас мы это все подбираем. И скидываем сюда. Вот здесь, конечно, разработчик куда? Надо что-то придумать. По-моему, еще куда-то в воду плюхнулось кусочек. Ну ладно, хер мы его сейчас найдем. А что дальше? Я должен его поставить на печь, правильно? А нет, смотрите, я держу над печкой. Смотрите. Так, он раскалился. Теперь я должен перелить, правильно? Или он недостаточно нагрелся? Пиздец, я его держал в руках раскаленный. И что? Ну, куски не расплавились абсолютно никак. Сколько нужно ждать? Раскаляет железную и золотую руду внутри себя для выплавки слитков. Перелей в форму, когда содержимое расплавлено. Ну, допустим. Содержимое еще не расплавлено. Хорошо. Возможно, нужно какое-то время для расплавки, поэтому, ребята, мы не будем терять его зря и будем копать. В темноте, да не в обиде.
Возможно, мы сейчас накопаем золото очень много и попробуем расплавить его. Но серьезно, это как-то очень тупо. Если бы у меня, например, был вообще один кусочек руды, мы бы тоже могли его, что ли, плавить. Ну и что бы там получилось? При том, что куски-то разные по размеру и, соответственно, по стоимости. И это тоже как-то должно учитываться. Так, сейчас мы это все промоем и пойдем, ребята, проверим, как там поживает наша железная руда. Но она никуда не убежит, поэтому не стоит за нее переживать. Так. Все трубы, которые лежат в магазине, мне кажется, нужны именно для того, чтобы мы не бегали с ведром постоянно за водой. Чтобы мы могли открыть краник и подставляли бы только тазики. Наверное, для этого. Либо это нужно для того, чтобы мы не бегали за водой, потому что есть на карте площадки. Вот, посмотрите, да, ребят? Это нам повезло. Первая площадка, она находится у реки. А вот, например, самые крайние в правой стороне, там вообще ни хера нет. И то есть нам придется от какого-то небольшого озера, от лужи проводить водопровод. Ну вот же... Спокойно, спокойно, ты что? Я же кусочек хотел взять. Вот железной руды у нас примерно было столько же. Может быть, чуть-чуть побольше. Как она здесь поживает? Расплавилась. Смотрите-ка, ребят. Теперь нам нужно перелить вот сюда. Аккуратненько наводим. Я нажимаю на левую кнопку мыши, чтобы наклонить. Но ничего не происходит. Что мне нужно делать? Может быть, мне надо взять эту формочку. Перелей расплавленный металл из стигеля в форму для создания слитков. Может быть, мне надо зачерпнуть... Или формочку туда бросить? Нет. Это так не работает. Так, а я могу, допустим, накалить эту формочку? Не знаю, правда, зачем. Нет, она не накаляется. Она не краснеет. Смотрите, а тигель остыл. Получается, что вот эта расплавленная руда сейчас имеет твердую форму. То есть это не жидкость, и хуй она перельется, правильно? Ну, ладно. Попробуем, знаете, как сейчас сделать? Сейчас мы еще покопаем золото. В это время расплавится железная руда во второй раз. И я попробую очень быстро. Да, господи, мне тут антивирус вылазит. И я попробую очень быстро перелить формочку. Может быть, так это будет работать? А еще нам нужно купить кровать, чтобы, если будут следующие серии, то они снимались днем, а не ночью. Потому что все-таки днем виды здесь лучше. Так, сейчас мы еще из одного ведра пересыпем и пойдем переливать руду. Я думаю, достаточно. Она погрелась на огне. Так, хорошо. Сразу скажу, ребят, это двойной кусок. Да, это большой кусок земли, потому что у меня было два небольших куска, и они слились в один большой. И я не могу его разбить, нужна кирка. Итак, быстро хватаем и переливаем. Но нет, нет, сука, я на левую и на правую кнопку нажимаю, ничего не происходит. Как мне, блядь, перелить форму?
На что, блядь, я должен нажимать? А, все понял. Там еще есть руда? Кажется, нет. Все, я понял, ребят. То есть, смотрите, если, допустим, с водой, как это работает? Вот я держу, допустим, ведро. Мы видим зеленый кругляшок. Мы нажимаем на левую кнопку мыши и... Мы выливаем воду на зеленый кругляшок. С формочкой происходит другая хуйня. Мы должны ориентироваться не по зеленому кругляшку, а по вот этому синему, который в центре экрана. Все, я понял. Я понял, как это работает. Ну вот у нас есть один железный слиток. Может быть, использовался? Так, хорошо. Или продан ювелиру. Допустим. Пусть он здесь лежит. Сейчас мы пойдем и проверим, сколько он стоит. Так, вот это ведро. Это хорошо, ребят, что мы с вами такие сообразительные и догадались, что как нужно делать. А если нет? В игре, блядь, все это должно быть написано. Должно быть какое-то хотя бы минимальное обучение. Ой, а что так херово-то, а? Ну это что за добыча-то? По какому-то одному маленькому кусочку в каждом тазике, но это вообще не дело. Я так золотым магнатом вообще никогда не стану. Вот. Я хочу взять и аккуратно, блядь, пересыпать. У меня вообще есть такая возможность? Блядь. Давайте мы, наверное, сейчас подальше вот так отойдем. Чтоб там в реку ничего не упало вот здесь. И попробуем пересыпать. Да. Охуенно мы пересыпаем. В таком случае, наверное, если я буду в дальнейшем золото не продавать, а именно плавить, то, наверное, есть смысл сразу эту руду складывать в тигель. Чтобы потом не ебать мозги и вот так вот не пересыпать. Так, посмотрим, сколько хватит здесь. Давайте мы пока это бросим. У меня одна форма, а что, допустим, если будет две или три формочки? Сейчас мы проверим. Поскольку я бегу пешком, поэтому я возьму одну формочку. Так, где они были? Вот она. Так, оплачиваем. Дорогие, сука. Так, бросаем ее сюда. Золотишко у нас еще не расплавилось. В чем мне эти слитки носить? Блять, по одному как-то вообще не вариант. Ведро. Ну, давайте попробуем. Попробуем закинуть ведро. Нет. Так оно не работает. Ну, хорошо. Тогда пока у нас будет плавиться золотая руда, мы отнесем железный слиток. Давайте посмотрим, во сколько ювелир его оценит. Ну, качество превосходное, несмотря на то, что это первый слиток. Так, сейчас мы его надо аккуратненько положим. 53. 53. Ну, я, конечно, продам, да. 53. Ну, слушайте, ну не знаю. В принципе, это железная руда. В принципе, мне кажется, это нормальная цена. А вот золото должно быть подороже, явно. Ну, как минимум в два раза. Просто 53 я бы получил за такое же количество просто руды. Так, пробуем раз. Ага, и на второй не хватает. Хорошо, я тогда поэкспериментирую и попробую... Это тигель прям полностью набить золотом, прям до краев. И посмотрим, сколько тогда будет слитков с него. Что пока, ну, один. И сколько это будет? Вот в первый раз, ребята, когда я относил золотую руду, у меня примерно так и было. То есть 5-6 кусочков. 5-6 кусочков как раз уходит на один слиток, получается.
И вот мне давали где-то около 50 монет. А за слиток 86. Ну да, это уже лучше. Хорошо, сейчас мы здесь монетку бросим и заберем ее на обратном пути. Я хочу посмотреть, мне вообще интересно, какой смысл в этой игре, какая наша конечная цель. То есть вот смотрите, мы можем, допустим, крафтить, не продавать руду, не продавать слитки. Мы можем из слитков делать что-то и продавать. То есть смысл игры в чем? Накопить очень много денег и все. Вот смотрите. Мы получили, грубо говоря, 80 монеток за один слиток золота. Сколько нужно золотых слитков, чтобы сделать, допустим, вот это ожерелье? Потому что ожерелье я смогу продать за те же самые 80 монет. Если на одно ожерелье уходит один слиток золотой, то какой смысл мне ебать мозги и изготавливать ювелирные изделия, если я могу просто продать слиток и получить те же самые 80 монет? Хороший вопрос, не правда ли? Просто ну а как, а серьезно? Вот у нас будет один золотой слиток. Мы его разделим пополам, чтобы, допустим, сделать кольцо и ожерелье. То есть, ну, один слиток это одна единица, которая будет израсходована на какое-то украшение. Ну, ребят, как-то так. Я, конечно, еще поиграю, посмотрю. Не знаю, будет ли серия или нет. Будут ли вообще какие-то обновления в этой игре глобальные. Возможно, я поиграю, раскачаюсь, перееду на новое место. И там мы будем что-то городить из труб, кто знает. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!